ГТРК «Кубань» и «Русфонд» продолжают совместный благотворительный проект. Сегодня история о 9-летнем Арутюне Оганесяне из Новороссийска. У него не функционирует половина мозга, диагноз ДЦП, но это не мешает ему хорошо учиться и мечтать о путешествиях. Ты неправильно ставишь. Почему? Он сюда должен вставить. Вот так вот. Сделать ход конем или пойти ладьей. Просчитывает несколько шагов вперед и учит маму. Это в игре в шахматы. Все наоборот, когда фигуры убраны и нужно идти своими ногами. Без мамы ни шагу. Так с рождения. Арутюн родился совсем крошечным, 900 граммов. Врачи дали ему возможность жить, но с диагнозом ДЦП. Что произошло? Сразу, конечно, кровоизлияние в мозг самой последней стадии. И закупорила все сосуды в мозга, и пошла водянка головного мозга. У нас голова была больше, чем тело. И у нас пошла борьба не за здоровье, а за жизнь. Мы сделали 9 операций на голову за полгода. 9-летний мальчик радует хорошими оценками и удивляет знаниями в географии. В школе мальчика называют терминатором, а он подтверждает это своей выносливостью. Дома практически как в реабилитационном центре. Вот этот аппарат нужен, чтобы растягивать ноги там, еще что-то делать. Иногда я сам хочу на него сесть, чтобы покрутить руль. Пока Арутюн только представляет, как путешествует к водопадам и заходит в море. Чтобы сделать первые шаги, нужна тренировка и специальные ортопедические средства – ортезы. Арутюну необходимо изготовить специальные ортезы на голеностопные, коленные и тазобедренные суставы, состоящие из шин и шарниров, которые фиксируют суставы, при этом оставляя их подвижными. Они помогут развить опорную функцию стоп. В результате сформируется правильная походка, повысится двигательная активность. И это будет очередным чудом, как то, что мальчик растет и полноценно развивается, имея лишь половину функционирующего мозга. С 8 месяцев первая улыбка, потом первая агу, и в 3 года он уже разговаривал. Вот такое вот чудо. Этот подарок может сделать каждый из нас. Цена чуда – стоимость ортезов. Это около 214 тысяч рублей. Помочь собрать сумму можно, отправив сообщение со словом «дети» на короткий номер 5542. Стоимость каждого смс – 75 рублей. Или перевести деньги можно с помощью QR-кода, который сейчас на экране. Юлия Волкова, Артем Статюха, Вести.